В Ульяновске состоялось награждение выдающихся представителей научного сообщества. Им были вручены почетные грамоты, благодарственные письма, а также знаки отличия Ульяновской области. Одной из наивысших наград удостоился Владимир Урдюмов. Ему было присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки и техники Ульяновской области. Главное достижение Владимира – разработка и внедрение энергосберегающих технологий в сельском хозяйстве. Мы занимаемся внедрением энергосберегающей гребневой технологии посева пропашных культур, которая признана апробированной территорией Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и вошла в общий перечень технологий под номером 3. В своем приветственном слове глава региона отметил значимость труда ученых в развитии научно-инновационной деятельности всего Ульяновского края. Наш интеллектуальный щит много десятилетий служит безопасности нашей страны, обеспечивает развитие технологий, промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы, медицины, образования. Да что там говорить? Наука переворачивала и сегодня переворачивает наше представление о дне вчерашнем. Награждение заслуженных работников отрасли проходило в рамках фестиваля науки Ульяновской области, который стартовал 6 февраля. Юлия Дегтярева, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.